see something that said, take a look at what happened. Я находился в дороге, когда это случилось, поэтому я экстренно остановился, развернулся и приехал домой, чтобы снять это видео, потому что такое происходит нечасто, и к тому же это позитивно для биткоина. Не забудь поддержать видео лайком, если тебе нравятся такие быстрые обновления о самом важном, что происходит в мире. Итак, если вы не в курсе, а большинство из вас, наверное, уже в курсе, в президента Трампа сегодня стреляли на митинге. Слава богу, он в порядке, что является отличной новостью. Но один человек, который был на митинге, к сожалению, погиб. Также погиб и стрелок. Полагаю, сотрудники секретной службы ликвидировали его. Вот, кстати, один из них. Многие удивляются, а как этому парню-стрелку это удалось? Но это похоже на огромную ошибку в работе Секретной службы или службы безопасности. Они совсем не взяли под контроль вот эти постройки напротив сцены. Уже есть несколько сообщений о том, кто именно является стрелком. Я не хочу повторять его имя, если честно, я даже его не помню. Но люди говорили, что это может быть явный левый демократ, который снимал антитрамповский контент на Ютубе и призывал к незаконным действиям по отношению к кандидату в президенты США. В любом случае, этот выстрел может стать рикошетом для демократов, точно так же, как это было, например, в случае с Рейганом. Вот что они делали в последнее время, чтобы выставить Трампа в плохом свете. Попытки импичмента, обвинения в судах, различные истории, а теперь еще и это. Но что бы они ни делали, это не работает. Единственный результат... Люди, которые были за Трампа, становятся еще большими его сторонниками. Люди, которые не определились, тоже часто переходят на сторону Трампа, потому что они видят, что происходит. Даже попытки сделать Трампа преступником приводят к тому, что какие-то преступные организации в США говорят ⁇ Да, это наш слон ⁇ И эта ситуация тоже ведет к такому же финалу. Шансы на то, что президентом станет Трамп, подскочили еще на 8% сразу же после покушения. И после того, как стало известно, что с ним все в порядке. Просто посмотри на этот отрыв. Несколько месяцев назад я снимал видео о том, как центральные банки контролировали президентов и устраивали войны по всему миру ради достижения своих целей. Если ты видел это видео, то сегодняшняя ситуация для тебя станет еще более странной, учитывая, что она произошла после того, как президент Трамп пообещал закончить войну в Украине и в секторе газа. Вот почему Трамп представляет для них угрозу. Целый список причин. Сколько раз в истории подобное случалось? Последнее вроде бы было с Рейганом. На Кеннеди тоже было совершено покушение, в том числе из-за его серебряных долларов, которые Центральному банку совсем не нравились. Каждый президент, который противился созданию Центрального банка, переживал множество неприятностей. А Дональд Трамп сказал, что он против цифровой валюты Центрального банка и что он предпочтет биткоин ей. Поэтому обязательно посмотри это видео, если ты его не видел, ссылка на него будет в описании, это будет очень полезно для тебя. Кстати, посмотри на эту фотографию, кто-то успел запечатлить пролет пули за спиной Дональда Трампа. Вероятно, это будет одна из самых сумасшедших фотографий в истории, ну и люди, конечно же, уже сочиняют мемы на этот счет. И как отметили несколько человек сразу после того, как Трампа подстрелили и выяснилось, что он в порядке, биткоин продемонстрировал небольшой отскок. Не знаю, продлится ли он или нет, но это показательно. Я думаю, что рынки знают, что это Трамп будет кандидатом лучше для биткоина, чем Байден, при котором против биткоина в США развязали самую настоящую войну. И рынки, вероятно, знают, что победа Трампа на президентских выборах принесет экономике гораздо больше пользы, чем победа Байдена. Также рынки надеются, что при Трампе мы наконец придем к миру, что рынки тоже оценивают позитивно. Об этом и говорит то, что биткоин сначала после покушения упал, а затем восстановился сразу же после того, как стало известно, что покушение было неудачным, и с Трампом все хорошо. Теперь я хочу сказать, что произошедшее ⁇ это определенно не очень хорошо для демократии. Это не лучший пример для такой страны, как Соединенные Штаты. Неважно, кого ты поддерживаешь. Республиканцев или демократов, Трампа или Байдена. Лично я поддерживаю людей не на основе принадлежности к партии. Я исхожу из того, что и кто будет лучше для биткоина и страны. И сейчас мы находимся в таком положении, когда Трамп явно выступает за криптовалюты. У него есть коллекция NFT. Он задается вопросом, а можно ли сделать биткоин резервным активом США? Он хочет, чтобы все оставшиеся биткоины были добыты в США. Он предпочитает биткоин в цифровой валюте Центрального банка. И он даже собирался выступить на крупнейшей в мире биткоин-конференции. Правда, я уже не уверен, что он это сделает, ведь после покушения планы могут поменяться. В любом случае, это первый кандидат в истории американских выборов, который говорит такие вещи о биткоине и который выступил бы на крупнейшей биткоин-конференции в мире. Так что для криптоиндустрии представляется невероятным шансом то, что сторонник криптовалют возглавит крупнейшую экономику мира ⁇ Соединенные Штаты Америки. Теперь Трамп, скорее всего, победит. Причем даже если демократы поменяют Байдена на другого кандидата после покушения, как ты видишь, шансы на возвращение Трампа очень высокие. Трамп с кровью на лице, а за его спиной американский флаг. Ну что может быть патриотичнее? Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого.